Доброе утро всем. Сентябрь в разгаре. Цветы продолжают цвести мои. Вербена. Вот она прям зацвела вся. Продолжает цвести такими красными красками. Вот такая розочка у меня тоже цветет. Купила желтого цвета, сказали мне. А цветет желто с бордовым, белое с бордовым, бордовый. Это все один куст. А цветет разными цветами. Вот такая вот роза. Странная. Не знаю, когда она вырастет, как она будет цвести все-таки. Натуральный ее цвет. Стою возле дерева персиков. Персики падают уже, осыпаются. Вот постоянно собираю и хожу. Но персиков немного в этом году. Получается, но крупные персики. Вот спеют, можно уже надо собрать их. Иначе все попадают они. Они падают, разбиваются, потому что у них как бы они сочные. И они падают об землю, разбиваются. Вот такие вот сочные, присочные. Нажимаешь, с них сок бежит. Это говорит о том, что они для варенья они не подходят. Они больше подходят на сок. Вот такие вот прям мякоть сочная. Или на компот. Ну, можно пироги какие-то делать. Вот, я варенье делала в прошлом году, мне не понравилось. Вот я думаю, что лучше всего или так кушать их, или сделать компот на зиму. Что я хочу сделать? Немного компота с персиков своей внучке. Зимой приедет, чтобы я ее могла компотом попоить из персиков. Вот такое вот яблоко среднего размера, это меньше, чем персик. Персики в этом году крупные, хоть их и немного, но крупные почти все. Решила винограду тоже покушать, решили. Пошла сорвать виноград, но виноград еще не доспел в основном. Почти весь он не спел еще, только начинает спеть, поспевать. Вот. Еще у меня он в основном укутанный весь. Это вот я уже открыла, хотела посмотреть. Вот такой вот поспелый немножко, но он меньших размеров. Занесла домой розочки. Поставила в вазочку. Я постоянно ставлю. Цветы меняю разного этого сорта цветы. Вот такие персики у меня в этом году. И виноград такой вот тоже, как говорится, занесла с огорода свой урожай. Такой виноград тоже поспевает. Такой цветок у меня комнатный. Вот такой у меня. Такая композиция. Не знаю, в огороде сорвала какое-то вот растение. Как одуванчик. Ну, полевое какое-то растение, не знаю. Травянистое. Вот это вот цветок. Монстера. Я не знала, что это монстера. Он, потому что я взяла его листочком, таким отросточком. И он у меня рос. Вот сейчас, когда уже, не знаю, какой 6, 7 или 8 лист появился, резной. Тогда только я поняла, что это монстера. Ну, вернее, в интернете я нашла, прочитала. Но это переводится словом монстр. То есть это большое будет растение гигантское. Надеюсь, красивое.